Вручение звания «Лучший по профессии» для УВД Брестского облсполкома давно стало хорошей традицией. Ежегодно перед руководством ведомства стоит непростая задача – выбрать тех, кто был успешен и в физической, и в профессиональной подготовке, тех, кто достиг высоких показателей в служебной деятельности и при этом смог проявить себя. Лучшие сотрудники, лучшие подразделения определяются в службах аппарата УВД непосредственно после изучения определенных результатов, достижений. И исходя из морально-деловых качеств сотрудника, если уже речь идет конкретно о личности, а не о подразделении. Поэтому и комиссионно уже на руководством УВД, у нас создана специальная комиссия, определяется путем голосования, кто из них заслуживает. Служба современных правоохранителей – это большой труд, миссия, которой многие из них отдают все свое время. Однако это нисколько их не пугает. В этом уверен Максим Янчук, начальник отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми московского РОВД. Основной деятельностью ведомства, где служит майор милиции, является выявление лиц, занимающихся сбытом наркотических и психотропных веществ. По итогам года подразделение было признано лучшим. Мы боремся именно с наркотиком, чтобы в последующем подрастающая молодежь никак не было, выбирала правильный путь, то есть чтобы было меньше сбытчиков наркотиков, психотропов, и чтобы были здоровые нации, можно так сказать, в последующем. Сферы деятельности награжденных правоохранителей довольно разные и затрагивают совершенно противоположные виды деятельности. Все более популярными в последнее время стали преступления в информационной среде через сеть интернет. И здесь стражам порядка необходимо быть начеку. Наиболее важным является то, что необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, так сказать, быть на острие, потому что преступники тоже на месте не стоят и, постоянно общаясь между собой, совершенствуют свою преступную деятельность. Поэтому, несмотря на существенное увеличение числа преступлений за последние 5 лет, нашей службе достаточно удачно удается бороться с этим злом. И это прежде всего благодаря слаженной работе нашего общего коллектива. Звание «Лучший по профессии» – не просто награда. Теперь к своей работе эти правоохранители будут относиться еще более ответственно и серьезно. А итоги деятельности подведут сами горожане, которые смогут оценить уровень безопасности на улицах и проспектах областного центра.